ж, друзья мои, я вас приветствую на канале Школа Спиннинга. Такой уже, можно сказать, старый олдскульный канал. В общем, едем мы на Дон по традиции сегодня. Сегодня с кумом моим. Это уже, не помню, какая по счету с ним рыбалка. Но, по крайней мере, с видео, когда я снимал с ним именно видео, это четвертое. Все предыдущие есть на канале. Есть две запомнившихся. Мне самая первая, это когда я изя поймал хорошего. Вот, первый раз в жизни на спиннинге. А потом кум первый раз в жизни ловил нас со спиннингом в позапрошлой рыбалке. И поймал головля на килограмм. И еще я загнал крючок в палец. Ладно, это отступление темы. Едем на Дон, в Воронежскую область. С Багирой там видно, нет? Багира. С Багирой уже едем второй раз, по-моему, или третий. Нет, третий, да? Сейчас заеду на заправку, зальюсь. Вот уже пищит полный бак. За Димой тут затаримся и все, и поедем. Так что видос будет длинный, долгий. В планах 3 ночи у нас. Так что погнали. Так. Все так же. Как у меня как будто день сурка, как в прошлый раз, год назад. На Газпром. Полный бак. Ой, залили полный бак, почти в лес даже брызнул, плюнул, автомат сработал. Ну все, 2000 залил. Теперь можно ехать смело. Туда и обратно. Давай. Все, Багирушка, жарко. Кондер вроде дует, холодит, но мне кажется, не на полную мощь. Он в этом году его надо было, наверное, дозаправить. А сейчас 35, жара. Мы как вот одно, что прям закономерность, почти на всех поездках на Дон всегда жара 30 и выше. Вот я. Что в августе, что сейчас в июле. Ну, мне это нравится даже. Зачем ехать в холод? Все-таки это же лето. Так, приезжаем в логово кума. Он, по идее, должен был уже на улице. Походу еще нет. Машин до хрена. Алло, здравствуйте. И такси, такси на Дон приехало. Выходим. Легенда. История живает в лицах. Ты как турист. Ты в Анапу, да, собрался. А мы на Дон едем вместо Анапы. Сейчас я сюда. Да, Багира тебя вспомнила. Иди сюда, Багира, иди сюда. Не лезь. Все, Багиру командую ей. Багира, давай, замот, место. Смотри, давай, прыгай. Место, прыгай. Поехали. Трогаем. Давай, кум, трогай. Стой, 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 хвост, хвост. Не... Молодец. Да. Ну, с кумом мы опять, да. Мы everybody. Поедем на Дон.
на путевке. Да. Повезло нам. Вот нам повезло, да? Все, все, я на он. Все, все, я купили мы. Я отдыхаю. Провиант. Мы уже профессиональные отдыхающие, поэтому мы уже все четко делаем. Как, что, где, чего, сколько взять. Да, по швейцарской технологии. Да. Едем домой, там по дороге. Моркови не было, представляете? В большом магазине разобрали морковь, дефицит. А так все взяли. Крупы там всякие, овощи. У нас репетиция отпуска. Дмитрий Юрьевич на моря уезжает в июле. Да, да. В середине, в конце там, когда. А то получится, что в августе он может быть на морях. И еще что-нибудь может быть. Поэтому мы решили съездить в июле. Обычно мы всегда в августе ездим. Там уже школа начинается. Ну, да, а там хрен его знает, может, будет у нас желание. Может быть, мы еще в августе во второй половине съездим. Может быть. А но это вряд ли. Поэтому мы едем сейчас. И как раз что примечательно, вот когда мы ездим, всегда 30-ка. Жара, да. Ну главное, чтобы сильного дождя там не было, чтобы мы туда проехали. Не, мы когда ездили как-то один раз, помнишь? Один раз, да. Дожди были, было хорошо. Уезжали, да. Застряли, помнишь? Что-то где-то не купили. Вот сегодня мы морковку не купили. Валять сегодня направо. В Острогожке покупаем. Мы там сейчас пиво купим. Мы-то пиво не пьем, только в отпуск. Ну, там уже на праздник. Да. Разливного купим, холодную термосумку со льдом уберем. Едем. Цари. Заезжаем на Острогожск. Ну не там, да? Не-не-не-не-не, там. А, вот. Улетает куда-то, блин, по главу. Он должен пропускать тебя. Рыба, пивной рай. Сейчас мы будем в раю. Пивной рай. Пекарня даже есть. Так, остановились удачно. Место нашли. Тут куча дров попиленных уже. Вообще мы за 5 минут набрали полный багажник дров. Дмитрий Юрьевич тут постарался. Гляньте, сколько дров. Есть. А то бы думали, сейчас пришлось бы там лазить, искать. Но мы никогда не пропадаем, всегда с дровами. Вон Багира дрова собирает. Все, осталось нам километров 30, и мы на реке. Уже предвкушаем, когда разложимся, все прям сядем. И там будет включение уже с палатки, с лагеря. Короче, все. Подъехали мы к спуску на Дон. Одно опасное, да, момент. Когда дождь. Момент опасный. Снимай. Да. Сейчас мы вам покажем. Давай. Будем показывать. Тут сейчас нормально, но когда дождь, тут жопа может. Два момента в том году мы снимали, это не записалось из этой флешки, конечно. Тогда был реальный экстрим. Тогда вообще жестче было, чем сейчас. Вот такие были кусты, да. Сейчас вот все просохло, подсохло. Ну, чуть-чуть траву грибанем там с защитой. Вот он на момент единственный. Справа, который... тогда, вон туда. Да, там, мы вот тут заезжали, с этой стороны. Тут все заросло.
А сейчас мы едем вот по этой стороне. Конечно, немножко цепанем, может. Хотя не, у Ромы вообще машина высокая. У него, блин, клиренс высокий. Это калина универсала рулит. GT. Туризм. Я думал, цепанет, а он не цепанул. Вот, проезжаем вот по такой местности. Все, у нас тут чуть-чуть осталось экстрима. Все, ну самое снимальное мы уже проехали. Ну это не так. Песочек, да, тут чуть-чуть. Чуть-чуть. Тем, ну если тогда дождь пойдет, то мы тут не проедем. Навряд ли, да, Кум? Ну, так думаешь? Или про... Не, на Калине GT проедем, проедем. И не с таких. Ну не хочется просто машину мучить. Да. Так что все, скоро. Все, подъезжаем. Подъезжаем. Сейчас подъедем скоро. Да. Вначале осмотримся, чтобы такое не занято было. Да. А так тишина. Сегодня четверг, поэтому у нас людей, шансы есть. Да, большие. Людей немного. Вон Багира довольная. Багира. Довольная. Кум. Ну как там? Все четко. Молодец, вообще. Вот, тот путь мне нравится, путев. Да, путешествие. Да, единственное, только ухо мне беспокоит. Да, ну ладно, разберемся. Разберемся сейчас. Я там все взял. Ну, ты молодец. Ватку и взял, капли, да. Да. Ну, потому что у меня вчера началось. Я такой думаю, блин, сейчас поеду. Я там закапал и все, и боли уже нету. Закапаю и все. Машина у тебя. Ты капай каждые два раза в день. Да, я утром, сейчас и утром потом, да. Да. Закапываю. Ох, ребята, ребята! Приехали мы на Дон, как всегда, в сумерках. Дрова собрали за 5 минут, а полчаса решали. Тут было два места, и мы не знали, какое из них лучше. Где там тени меньше днем, где больше, где вид красивее. В итоге выбрали тоже, где были год назад. Все, костер горит. Лита дымит. Багира с нами. Пиво налито. Да, в этом году мы будем показывать. Ну, пиво. Потому что мы по-честному. Да. Как все честные люди. Как есть, да. Да. Как есть. Готовь, может кто-то неправильно нас понимает. В общем, наш такой мини-отпуск. Кто-то ездит. Крым, в Анапу, за границу. Мы тоже ездим. Но еще есть такой отдых на реке Дон. Да, классный отдых. Такой, рекомендую. Мужской отдых. Рекомендую, да, настоящим мужикам. Чтобы тут отдыхать, тут надо постоянно отрубить. Да. Готовить еду. Собирать дрова. Да. Постоянно что-то химичить. Что-то мутить надо, что-то надо искать. Рыбу ловить еще приходится даже ходить. А, еще и рыбу надо ловить. Я сам вообще. Ну, в общем, давай за рыбалку. Где-то в стороне гроза гремела, но нам чуть-чуть пока идет. А вот пиво-то хорошее. И вот оно сейчас прям идет. Идеально. Идеально. И холод сохранился. Как раз такая идеальная температура. Как будто с холодильника достанет. Термосумки со льдом везли. О, и само пиво хорошее. Выше. Она сейчас сырка достанет. Угу. Ладно, что будет интересное, расскажем пока. Гитару в этот раз я забыл, а тот раз я брал. Но тот раз я даже ничего не снял. Надо было снять под гитару. Потому что у меня на телефоне были аккорды, а камеру... Что-то мне лень было, да, не, да, помню. Что-то мы не сняли. Что-то я затупил. Да. Надо было снять. А в этот раз я вспомнил про гитару. Ладно, сейчас зайду, возьму. А потом выехал. Думаю, ну ладно, нельзя. В следующий раз возьму. Пойду с сырка возьму. Блин, пиво выше. Да, все, две. Я молодец. Ну да что, ну я вообще, я вообще думал, я бы если знал, я бы по полтора хитил. Да, да. Я еще думал, тебя порвать хотел. Да ну ты что, ты думал, ты что? Не, я знал, что... Да я... Я бы вроде хотел поругать хотел. Я уже сам себя хотел, знаешь. Не, я разлил, я думаю, блин, а, ну да, я же две взял.
вообще в тему. Две идеальные. Я просто так и знал. Вот, когда в эту жару приезжаешь, дороги, тебя и жажда одновременно. И хочется расслабиться. Выше, да, ну да, выше. Вообще, закусон еще выше. Угу. Сыр, балык. А, еще у нас завод. Салат начнем есть. Да, я все принял. Надо же салат начнем за спиннику. Я пока вам. Черта. Так, хватит, Пашан, ты сейчас стол перевернешь нам. На, вот иди. Кусок, иди отсюда. У нас тут лошади, табун, гуляют. О, нельзя, Багира, не лезь. Они тут на пляж пришли купаться. Вон. Все. Красавчики, да? Пошли, Багира. Идем купаться. Вон, я ими управляю. Они меня слушаются. Надо их прогнать с пляжа. Так, идем купаться. Пока никого нет на пляже. Погиба, пока никого нет. Вот, купаться. Даже приехали. Вот, пляж. Команда. Багира, фо, ко мне. Багира, ко мне. Лошади искупались, но они хотят еще повторить. Вон, воду пьют. Так, тут их 5 штук, а где-то еще 2 лазят. Надеюсь, они там не наши припасы уничтожают в палатке. Так, всем доброе утро. У нас сегодня завтра. Да. По плану у нас была яичница, но мы забыли масло растительное. Потом купим. Поэтому мы, Дима, придумал их сварить. Я, кстати, давно нормально. Короче, вот у нас такой скромный завтрак. Просто гречка, немножко тушенки в ней, салат. Салатик у нас, да. И чай зеленый. И чай, да. Не очень пока жарко, ну уже жарко, но просто облачка нас иногда закрывают. Утро хорошее, свежее. А то бы сразу пекло началось. Но... О, надо будет еще чай сварить. Мне что говорю, блин, я вообще чай люблю, я его могу пить литр. Я тоже буду заваривать. Мне еще не нравится, что вот это она маленькая. Да ты какой-то купил маленький. Что ты там взял? Ну, я, видишь, думал с ручкой, чтобы быстро ее это... Да не, все, я в следующий раз точно найду этот чайник. Сразу уже брать. Сразу 2 литра на чайник. Да, да, сидеть.
Так. Едем мы. Короче, завтрак у нас прошел, купальня прошло. Едем мы пополнить запасы дров. Точки мы много уже знаем, дров, точек с дровами. И запасы пива. Какие запасы тут? Банку в день выпьешь, потому что жарко. Я взял холодный, чисто как квас. И еще обещают опять грозу, не знаю. Но сегодня, ну, ночью вчера чуть-чуть что-то так побрызгало. Но сегодня, наверное, уже будет точно. Поэтому мы должны быть уже готовы, если что. Если что, будем готовы. В этом тропе. Собака дрыгает. Видели эту наглую морду? Яндекс доставка. Путешественница. Багира устала охранять нас всю ночь. Она спит днем. Охрана днем спит. Дмитрий Юрьевич разжег костер. Мы сейчас будем кашеварить. Ничего себе, огонь какой сразу. Это береза, да? Ну хорошо, горит прям сразу. Кашеварить сейчас будем. Сейчас сварим донскую похлебку из тушенки. Вот у нас тут уже все заготовлено. Котелочки, морковочка, лук, картошка. Добавим тушенки, макарон, перловки. Так что с голода не пропадем. Да, Багир? Багира, как дела? Скажи, давайте жрать. Сволочь, дайте пожрать, да, Багир? Так, процесс пошел. Надо посолить. Такой наш палаточный лагерь на берегу Дона. Кто-то дров тут набрал много. Набрали, да. Умеют же. GoPro. Идем в Куман, ну, короче, на первую рыбалку в этом. Рюкзак не будешь брать? В этом сезоне, да, рюкзак там был сейчас. Пойдем сейчас на пляже вот эти ультралайтовые свои вещи. Ну, кого кидаем. По ультралайтовые. Да. Да, если бы ты мне бы не рассказал про этот фильм, знаешь, я бы так вот удочку заловил бы, знаешь, на этот, на поплавок. А ты мне когда показал, что этот, это даже как-то поприкольнее, знаешь, поинтереснее. Да. Себя чувствуешь такой более профессионалом. Удочки, так, любитель.
О, есть. Кто-то клюнул. О-хо-хо-хо. Прикинь, щучка. Я тоже подумал, что судак. Да эту я сейчас отпущу. Во-первых, лень уже жарить. Сейчас я сфоткаю. Смотри, тут леска, не наступи на спине. Так, подержу просто так на вес. Там в ней 200 грамм. Ну да, так чуть-чуть. Воблер, крэнк. Так, первое есть. Продолжим. О, доброе утро, кум. О, доброе утро, кум. Что, будем готовить завтрак, да? Да. Солнце тут. Плита горит. Сковородка, да? А, вот у нас, да? Что из этого можно приготовить? Яичницу с помидорами. Вау! Жизнь хороша, когда на утро есть яичница. Мы выживаем, как можем. Вчера была поймана одна щучка, кстати. Это была как тренировочная рыбалка. Но мы еще думаем, что-нибудь еще у нас сегодня и завтра есть шанс с Дмитрием Юрьевичем что-нибудь еще поймать. Да, Багира. Еще будут гренки. Французские гренки. Мешок, но только не до отвала. Какая нам разница? Короче, полмешка. Если останется, да, останется. Да. Наша цель же заодно и топор забрать. Да. Давай, три. Полмешка, короче. Друзья, сегодня у нас суббота. Мы две ночи уже провели на Дону. Бухте.
Тихий Дон. Бухте Тимбухту. Забухтелись. Забухтелись, короче. Мы вчера вечером даже вышли с Димой. Там в кадре будет, да, поймал я щучку одну. Ну так, на пляжу. Час покидали. Еще что-то сошло. Ну что-то такое, не крупное. Люди рядом купаются, а мы кидаем. Вот. Дима даже с утра еще сегодня ходил на разведку, а я спал вообще, спался. Ну сегодня вечером мы еще пойдем покидать, и завтра решили утром там точно все, ставим будильник и рано идем часа два. Кум, кума будет пинать, если он спать. Да, да, да. Гани, короче. Выгонять. Из будки. В общем так, так что мы хорошо строились. Едим до отвалу. Снимать даже мне особо иногда лень, потому что все время какой-то движ. Что-то делаем, то дровишки, то покушать, то еще что-то. То рыбу половить, то есть купаться. Постоянная какая-то работа. Так что приятного аппетита. Все. Нам, кстати, вчера ночью мы собирались спать, ложиться. Сильный ветер поднялся вообще-то. Да, я помню, да. Мы все поубирали, думали, по прогнозу нам вообще все эти дни должна была быть гроза, ливни. И ничего не было. Все нас обходит стороной, пока нам везет. Так что вот так. Да стой ты. Да стой. Так, товарищи, пайщики, концессионеры. Сегодня у нас будет третья ночь на Дону. Вчера мы ловили 1.5 часа, сегодня 2 часа. Я также примерно в том месте стравы поймал щучку, еще меньше, чем вчера. Ну и как бы все. Поджигу там не совсем те условия, ничего не получалось по бублерам, по блеснам, тоже тишина. Зато у нас много дров, потому что мы каждый день их пополняем запас. Вот. Жара сегодня отпустила. Прекрасное самочувствие, настроение. В принципе, за этим мы сюда и приезжали. А не прямо за рыбой. Вот. Была бы лодка, можно было бы, конечно, по рыбе уплотниться. Ну, то есть лодками не особо такие уж прям результаты. Так что вот так. Завтра у нас идет дорога домой. Еще раз искупаемся. Да, Дмитрий? Да. Еще порыбачим. Да, еще покидаем, порыбачим. Попробуем. Это же рыбалка, тоже эффект лотереи есть. Как... Повезет. Повезет. Так, время 5 утра. Мы решили выйти на пляж покидать. Рыбаки настоящие. Хотелось спать, но мы все-таки встали. Вот.
сделаем. Димон. Судачок, наверное, мелкий. Мелкий судачок. Потому что утром на джиг. Ну это мелкий судачок. Не потому что на джиг вот вчера не было, а утром он подходит все-таки. Да я думаю, слышь, можешь его пожарить. У нас как раз ничего мясного нет, у нас роутон, и этого я пожарю. Одного. Он и мелкий. Ну вот какой. Вот с утра мы порыбачили, а теперь того судачка пожарим. Хоть он и мелкий, но зато были на Дону, хоть рыбки покушаем. А то предыдущих щучек-то всех отпускали. Вот, очень быстро на огне все жарится. Просто мгновенно. Сейчас еще лучка в конце посыплю. Я там порезал уже. Вот. Сейчас мы вам покажем, расскажем, в какой экологической зоне мы отдыхаем. Вот, мы завтра уже уезжаем. Три ночи мы тут были на Дону. Все с каждым годом улучшается, тут баки для мусора ставят местные, как общественники, энтузиасты. И вот тут есть карта, это схема маршрута экотропы. Вот река Дон, тут вот урочище, Разбиёк. Тут где война была, бои были, Великая Отечественная войну. Вот село Переезжие, мы вот тут от Переезжия сейчас заезжаем. Тут разные животные, рыбы. Ну такая схема, как бы, такой прям подробности нету. Древние челны донских поселенцев. Что-то какое-то тоже, наверное, было тут населенный пункт. Ну не, такая вот интересная схема экозоны вот этой. Экотропы, схема маршрута. А где мы? Вот тут вот, наверное, да? Вот, коса песочком. А, нет, это здесь мы. Да. А вот дорога идет. Вот на косу. Это тут въезд. Вот мы тут стоим. Вот сейчас ну, тут. Да, да, да. Вон туда, то есть куда ехать. Вот это на косу. Вот, вот как раз мы по ней поедем. А мы где-то тут. Вот да, тут, получается? Мы вот тут на этой где-то косе примерно. Экология. А тут вот эта гора. Ну, тут он свои дома не нарисовал. Тут поворот вон тот, где мы вот тут лазили, поворот. И тут вот эта гора. Ну, получается, тут... мы где-то вот здесь, да? Вот где-то вот тут вот. Коса вот эта. Ну, а это так, а, все, схема же. Это же не точная карта. Ну, вот так вот. Поедем дальше. Сегодня у нас крайняя ночь. Последняя. Да. Ну, не последняя. Как в разведке говорят, да. Не последняя, да, а крайняя. Крайняя, да. Крайняя. Чтоб, типа, примета, мы же суеверные люди. Да, крайняя ночь. Дмитрий Юрьевич. Все, Калина нас пока не подвела. Тьфу-тьфу-тьфу. Кондер пашет. Все, едем дальше. Все, порыбачили мы с Дмитрием Юрьевичем. Отдохнули на славу от души. Вкусно кушали, хорошо плавали. Немножко даже
поймали рыбки, даже пожарили судака. Едем домой, старый Оскол. Ну и как всегда захотелось там куда-то опять заехать, там полчасика, где-нибудь. Ну тут с берега почти негде, но вот вроде что-то там было, если там не заняты отдыхающими. Сейчас заедем полчаса, покидаем спиннинг и в дорогу. А если нет, то развернемся и домой. Вот так вот. Вот просторы Дона. Дон, батюшка. Вот так, а вот что мы... Вот. А вот ну я тут... вообще про это примерно и думал. Тут нет? Вот, вот тут можно. А, вот тут я не был, это еще. Тут да, занято, а уехали, тут, наверное, да, людьми да. было занято. Вот, все, точно. Они ну да, уехали, посмотрим, да. если тут есть. Сейчас посмотрим, если что, можно туда. На берегу тут постоянно. Да. А я вот там вот плачу. Ну что, по дороге домой нашли местечко, где можно с берега немножко покидать. Наверное, можно. Ну, непонятно, что тут, скорее всего, такой ровный стол. Тоже типа косы. Ох, тут какая-то, блин, грязь. А, ну вроде подсохло. Тут кони топтали, что ли. Кони тут на водопой приходили. Попробую такой воблерок. А-ля Дуа 80 или 90. Так, может, вот вдоль камышика сейчас кину там. И щучка, наверное, клюнет. Ну и потом еще джиг туда покидаем. Может, что-то с дуру, какой-нибудь костыль, напильник. Клюнет. Пробуем старую савдеповскую блесну. Ни разу я на нее не ловил. Кто-то мне ее, вернее, брат моего одного друга дал. Она вообще-то не савдеповская, вру, а это уже спинекс, это Китай. Ну, все равно ей лет 15. Так она как раз 14 грамм тут под течение. В принципе, как раз, по идее, должна под эти условия. Пробуем ее просто как классическую равномерку проводить. Не пойму, рыба или зацеп. Не пойму, что. О, рыба. О, рыба. Кто это? Мне интересно просто, кто это наблеснул. А, судачок. Прикиньте, первый раз судачок наблеснул. Вау! Столько лет лежала у меня, я в нее не верил. Судачок, на блесну, это блесну мне отдал Колин брат покойный, Серега. Ну это китайская блесна, я думал вообще-то савдеповская. Первый раз судачок на блесну. Блин, у меня тут это...
Чего? Зацепился? Зацепился? Ну, если не можешь вытащить, обрывай. А то ты сейчас там упадешь с этой катушкой, спиннингом. Видишь, была бы леска, как у меня, ты бы вот так бы камыш, а это порвется. А, леска плохая? Ну, она не выдержит, если это там зацеп сильный. Ладно, сейчас разберемся. Ну, друзья, вот такой маленький напильничек. Ну, на блесну, на колебалку. Прикольно. Ну, я его отпущу. Пусть растет. Ну, пусть позовет своего папу. Давай папу нам, папу или деда зови. Ладно, давай. Сейчас отойдет. Все, уплыл. Медленно ушел под воду. Самое классное, что мне нравится, то, что я поймал на эту китайскую блесну, на колебалку судака, именно на блесну, которая лежала у меня годами, она такая уже мутная вся, абы какая. Ну что, еще 20 минут половим. И поедем. Да все, ребятки, напротив, нам лицо прям... Как это? Скоро закат солнца. По дороге, ну, как бы мне повезло. Я даже хотел, чтобы куму моему повезло, и он поймал что-то. Ну, получилось, я на колебалку какую-то древнюю, она там 100 лет лежала, я в нее не верил, лежала. Еще, ладно бы щучку на нее поймал, судачка поймал. Ну, я его отпустил. Был бы побольше, больше я бы даже забрался. Ну, домой едем, сейчас в термосумке, он бы ничего бы с ним не было. Ну, в общем, ладно, подписывайтесь на канал, короче. Да, через год приходите, будет новое видео с Дона, через год. Да. Выпуск из Дона раз в году. Там уже будут сборы. Да. Все, всем добра, здоровья, удачи, не хвастаньши. Все вопросы в комментарии, жду ваши вопросы.